Ребята, в продолжение того, что можно за счет Ленора добиться эффекта антидождя на стеклах. Вот заснял продолжение. Смотрите, губка подсохла. Губка от посуды. То есть я ее в предыдущем видео намочил, она полежала. И вот сейчас нанес на стекло. Смотрите, когда высыхает, стирается очень тяжело. Но это уже остатки, она ночь пролежала, и стекла обработаны. Видите, эта пленка создает, что даже пыль меньше садится. Сейчас я вам полью водой на нее. Ну вот он какой эффект хороший. Видите, обрызнул в бутылке. Вода очень легко соскальзывает с боковых окон и не мешает видимости. На лобовом человек сказал, что может, если в бачок добавить, создать пленку. Безопасность превыше всего. Не надо. Думайте для себя сами, делать или нет. А на боковых, я думаю, отличный эффект создает. То есть нанесли на губку Ленор. Она впиталась, чуть подсохла. Губка подождать там час-два и потом... Нанести, высыхает, создается пленка, и вытираете ее сухой тряпкой начисто. Все.